угадай песню по пародии. Если вы зашли сюда, значит, вам пора пойти в туалет и смотреть это видео. А если вы прямо оттуда смотрите, значит, бегите смотреть видео за компьютером. Правильно, даже подтираться не надо. Короче, угадай песню по пародии от Белкова. Белков, привет тебе. Вы поняли шутку. Короче, погнали! Ну давай. Ребята, вы на канале Белков. И у нас угадай песню по пародии. Ну. Редко ты озвучиваешь. У нас сегодня очень-очень знаменательный день. У нас сегодня 100 тысяч подписчиков. Да ладно! 103 тысячи вообще-то уже! Я, по сути, благодарен каждому из вас. Мне очень приятно, что нас уже 100 тысяч. Прошло, молодец. Конечно, ни много, ни мало, больше, чем год, но ты бы стоил. Я рад, молодец, реально молодец, я очень рад. Молодец. Я надеюсь, что очень-очень скоро у нас будет 200 тысяч. Не ссы скоро. Надеюсь, не через год. Ну а даже если через год, то пофиг, главное, что вас будет больше. У нас уже как маленький городок. Но это очень круто. Всем спасибо. И давай смотреть ролик. А кстати. Всем привет, друзья. Говнюк. Погнали. Ночью в духовці. Я відчуваю себе, ніби курка гри. Учора їхали у маршрутці, а батя лають мене про скози. Ти приїхали додому ми. Подождите, що за пісня? Вообще не вдупляю. Еще раз. Ніби курка гри. Учора їхали у маршрутці. Мне кажется, что это Рауф и Фаїк детства. Труцы, а батя лает мене про скози. Ты приехали до... Но нет. Дому мы у село, а тут навіть гарячіше, ніж там було. Шли мы по дорозі и нас сильно запекло. Плечі всі згоріли, ти перехотіли. Весь день я з метані. Вообще не... Не понимаю, что это. А, ну понятно, потому что я даже не знаю, что это за песня. Так, что меня тут еще не забыли в его нынешних видосах-то? Боди, жду тебя. Дождался, молодец. Стойте, дайте я ему даже напишу. Поздравляю, братан, братан! Слишком громко сказал, наверное, ну да ладно. Все, написал. Ребят, залайкаем. Добрый вечер, все до речи раздражает. Еще б я не угадал. Бесконечно комменты по типу первый нах. Я думаю, пошел нах. Я что, любишь маму? Добрый. Блин! Ну я знаю, что это Артур Пирожков, слишком быстро пародия прошла. Вечер, эй, полегче, пусть он длится бесконечно. За перекрестком не стою, че. Заранее скажу, Билли Айлиш, Bad Guy. Рез вокзал, я не иду громче. Кажіть, де. Я зараз з хати вже геть. Чого не треба мені такого внука? Стаю сім ранку, збираю портфеля. Все знаю, что это, подождите сейчас. А то он здесь же таймер не ставит. Иду до сніданку. Белков, ставь таймер, я же не знаю, когда можно говорить. На кухню свою. Сейчас. Ну я знаю этот голос, я помню, как он пел. Бокалами легче. Может, до встречи на танцполе. Да, до встречи на танцполе. Там алкоголь, кока-коля. Гринки горящие и чаю придачу. Песня называется «До встречи на танцполе». Снідавши рано збираюсь, до школи піду. Там до мене ще зайдуть. Два найкращі коріша, великі свої. Ну все, правильно сказал. Ты знаешь, что это означает? Что мы в село не идем, а едем, хлопцы! Ну я уже знаю, что это за песня. Сейчас скажу. Надо! Я знаю, что это за песня. Сейчас скажу. Логичный. Откуда мотив? Та-та-та-та-та-та. Да вроде Артур Пирожков. Живем в селі, на Жигулі, а
бросаємо целі на Жигулі. Ну это же Артур Пирожков зацепило. Да, Артур Пирожков зацепил уже. Гули, гасаємо, ми по дворі. А чё, хотите сказать, что не так? Сідаєм, хлопці, у нас все починається. Я в такій машині, тільки всі помещаються. Снова я... Бля... Хамуха. Тебе приду снова. Точно. Это ты, это я. Забыл. Кажется, налик это важно. Налик это важно. Тебя я достану из багажника. Россия. Все, подождите. У меня голова заболела. Скандал. Фейс мой Калашников. Ты дал, я взял. Нал, 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 налик, это важно. Тебя я достану из багажника. Россия, я в ней. Король зверей. Нет, он скажет, бледей. Нал, 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 налик, это важно. Я, может, кавер сделаю как-нибудь на фейс мой Калашников. Я, правда, ее ни разу полностью не слушал. Надо сначала сделать реакцию на официальный клип, потому что я даже клип ни разу не смотрел. Не удивляйтесь, да, есть такой человек, который не смотрел клип. На ютубе сейчас сидят одни самозванцы. Делают видосы, собирая в школу ранцы. Да они щитами все играют, посмотри. И понты свои пускают, будто цари. Как же нам избавиться от этого свиного гриппа? Всех поставить вряд ли переехать. Поп как у Ким. Огромным джипом подпалить в жопу запихнуть. Точно, точно, да. Динамит. Пусть каждый читер весело на воздух взлетит. И я знаю, кто имеет эту супербомбу. Якобы устала я от жизни, все равно мне типа Кара де ла Вин, либо Дуа Липа. Так. Уважаемые выпускники, сегодня вы покидаете стены нашей школы. Но тут можно ничего не говорить, тут уже по мотиву понятно. Так беззаботно уходи вдаль, наша с тобой жизнь одна или двоих. Незабудка, Тим Галат. Так беззаботно прошли года, и позади теперь школьная жизнь. Но физруку все равно наливай. Я хочу забыть про вас и о всех остальных. Я просто на своей волне пою текст оттуда. Твой иммунитет стабилен из-за тебя. Из-за тебя стал ровно дышать. Короче, скажу вам по секрету, у меня кавер есть на вот то, что вы сейчас слышали. Но я его специально не выкладываю. Я его выложу, может, через полгода где-то. Друзей мне не надо, подруг мне лишь нужно. Шайбы снесут замечательный вкус. Мне не надо семьи. Блин, это ж я. Семьи мне не надо. Фейс мой Калашников. Тебя мне лишь нужен снова снес и с ним поверил чудеса. Мне не надо друзей, мне не надо подруг. Сам себе пиздатый друг, я не спасатель. Сильный круг. Слушайте, я хотел, кстати, в лирике спеть эту песню. Типа, мне не надо друзей, мне не надо подруг. Ну типа поняли, да? На пианинке. На фортепиано. Я на фортепиано играю. Извиняюсь. Хотя фортепиано и пианино одно и то же практически. Просто фортепиано больше возможностей, да? Ты далеко, ты не за моим окном. И каждым утром как будто дур. А что за песня? Я слова знаю, а песню не помню. Где-то далеко, прямо за моим окном. Коды не за моим окном. И каждым утром как будто дурдом кида. Но это точно Тима Белорусских поет. Даю выигнор. Типа минус такой же, как у него, да? Мамгу, я спать хочу. И молчу. Незабудка. Далеко, но как за моим окном. И я рад тебе.
Блин, зачем я сказал, что у меня есть кавер на тему белорусских? Нахер сказал. Короче, мне понравилась нормальная тема, типа офигенно, реально норм. Ну, типа, мне нравится. Если хотите, то поставьте лайк. Нет, вы хотите поставить лайк? Вы не хотите, а хотите. С вас лайк, подписка, колокольчик и ждите еще одно видео. Спасибо за просмотр, всех целую в жопу и в губки. Девушек в губки, а пацанов в жопу не. Сорян, чуваки. Пока. Да.